Он больше не пытался помириться, хотя любил, скучал, с ума сходил. Через ее характер не пробиться, не тратя сил, он молча отступил. И день за днем боль в сердце приглушалась, в реальности с другими и в сети. Казалось, уже в прошлом все осталось. Бывает, что двоим не по пути. Свидания и ночи до рассвета, и чувство к ней снимало, как рукой. Скоро весна, а за весною лето. Интрижек летом хватит с головой. И все бы хорошо, и вот однажды он шел в обнимку с пассией своей. Навстречу пара. Оглянулся дважды. Это она. А что за парень с ней? Вокруг он больше ничего не видел. Перед глазами снова лишь одна. Он вспомнил ссору, как ее обидел, как убедил себя, что не нужна. И сразу все нашлось. Время, силы. Звонил, писал, просил поговорить. Она же отвечала: «Поздно, милый, ты дал мне время, время разлюбить. Я думала, пока мы с тобой любим, нам никакие ссоры не страшны, что, несмотря на все, мы вместе будем. Ты разочаровал меня, увы. И после всех ночей моих без сна я поняла, что если бы любил, что если бы тебе была нужна, ты бы не сдался, ты бы не забыл». А он сказал: «Я думал, бесполезно, характер у тебя несносным был. Плевать уже, плевать мне, если честно. Хотел бы, ты и мир бы изменил». «Не сдамся!» — он кричал, кричал, что силы. «Весь мир я положу у твоих ног. Ты время упустил, прощай, мой милый. Все нужно делать вовремя, все в срок. Не дайте усомниться, что любима, что в каждом дне и в мыслях лишь она. В любви любая женщина ранима. Боритесь же за ту, что вам нужна».